старался, насколько мог. К левому берегу, не вижу вдоль левого берега провалины, протоки. Пойдем в центр, в крайнем случае вылетим. Попробуем назад на берегу подвернуть. Ухает как прилично, так проседает, слышно льдины. Ну вот, с этой стороны вышли мы к берегу. После наледи идет довольно длинный участок довольно мелких разбоев, где главное определить, куда уйти, найти основное течение или потом соединить два рукава в один. Завершается этот мелкий участок наваленные валунами. Наваленные валуны — это что-то такое странное. Вообще валуны встречаются такие не очень хорошие, которые с воды плохо читаются, но на которые вполне можно сесть и гикнуться. Игонька.
все время, когда требуется, пытаюсь поправить, но очки наношу. Движение автоматическое. И только ткнув пальцем в переносицу, понимаешь, что очков-то нет. Извините, если все сейчас прервется, там почти не осталось времени съемки. Да, хорошо камушков наворотило. Дальше у нас вдоль льда, льда опять такая же фигня. Попробуем уйти вот здесь. Более локальная протока. Потому что ну, сплошь камни идут. Сплошь. И так приходится идти. В полувывешенном состоянии. Или вывешенном. Так, ну это протока мимо всего этого безобразия пойдет. Ну, прям как всегда закончилось. Просто сколько-то восстановилось. В общем, откровенно стремноватенький участок. Куча валунов. Ну просто куча. А в конце вот такая шевера. Тут уже вообще непонятно. Но я, по крайней мере, выскочил вот на камни. С краю сел. Там, наверное, по краю, может быть, можно где-то пройти вдоль. Не знаю, как ребята на плато здесь проходили. Надо будет глянуть. Потому что не сесть здесь на камни, не налететь на плато, но я, на баллонном, я
не представляю, как можно. Ну, дальше уже луны, в общем, продолжаются, но как-то, по крайней мере, не сплошняком. Главное, на них не выскочить. Там-то приходилось прям, не знаю, такие лунный слалом. Обезьяна на берегу. Было из-за поворота этого сливчика. Да, против него я не смог убежать. Остальное к лучшему.
заначу словами. Насилом намерения приеду за вами. Пока река позволяет, панорама. Шикарно. Вот, пора, по-моему, остановиться. Опять из-за горы, походу, какая-то гадость вырисовывается. Да, на сегодня, как шли, мне понравилось. Да, надо остановиться, прям чувствуется. Недолго я сегодня шел, но плодотворно. Сегодняшний сплав мне понравился. А здесь встанем, что-то мне не нравится все это натягивающееся впереди по ходу. Ну как и была ночь, и было утро. Ничего не поменялось. Прикрывать не буду, потому что ветер и дождь встречные. Все в палатках унесет. И переставлять палатку тоже уже не буду, потому что ветер все время меняется. Дождь, прячущийся за горой. Ветер поменялся в очередной раз, он крутит очень прилично. Тучи уходят, я надеюсь, по крайней мере, что они уходят. Вот собрались к 12 часам.
пьем потихоньку. Что успели подсушить, подсушили. Даже малость подзарядили аккумуляторы GoPro. Так что в этом. После всех порогов река достаточно пока спокойная. Встречный ветер достаточно сильный, но он абсолютно не мешает. Вот, похоже, само впадение ручья. То есть порог перед, ну, нет, может, за полкилометра до него. Таких мест, конечно, лучше избегать. Утянет в завалы. И крякнуть не успеешь. Соответственно, очередные разбои пошли. Не припомню, чтобы оно было на карте.
Но тем не менее. Еще одна довольно большая наледь впереди. Тоже на карте я не вижу. Разбои уже начались. Не по очень большому притоку пошли. Впереди река Ясандя называется. Видимо, от нее. Наледи, конечно, завораживают, какие белоснежные горы, когда они в снегу. Так и наледи, когда на них смотришь, такое неожиданное очарование. Близоруко щурюсь, сказал Серёга. Thank you.
километра 3 это откуда-то. Может, сама цирки образует наличие. Постоянная. Сильные обострения. Thank you.
Вот, прошу любить и жаловать. Ручей называется Светлый. Здесь я и встану. Потом расскажу. Итак, лагерь на ручье Светлый. Почему, спросит вдруг кто-то. Этот старпёр, столько пройдя мимо ручьёв, нашёл и пристал именно на Светлый ручей. Дело в том, что в прошлом году по максимальному маршруту именно через вон тот перевал, откуда течет этот ручей, я собирался перейти с Харасалы или Харасалай на реку Черкы и продолжить от этого места путь сюда. Если посмотреть треки в моем навигаторе, то с той стороны идут точки моего прошлогоднего маршрута и километров 20-25 отсюда можно выйти на место моей прошлогодней стоянки. В солнечный день хорошая была стоянка, память хорошая. Вот ради этого я сюда и пристал. Еще любопытно то, что за этой сопочкой, вон там он, подальше, у меня на карте стоит крестик, и по максимальному маршруту я собирался уходить. Там ручей впадает по ручью вверх, там дня за два, за три можно перейти в бассейн реки, не в бассейн, а к реке Чекры. Но сами видите, в горах снег и забираться вот в эту красоту. Лучше я на нее снизу посмотрю, уже как бы календарное время еще есть, а погодное время уже ушло. Сейчас покажу ручей Светлый немножко, чтобы было понятно. Вот он действительно очень светлый. И сразу понимаешь, насколько мутная вода в самой реке Черкы. Это вот ручей Светлый. А вон порог напротив. Впадение этого ручья, устье этого ручья. Порог на Черкви. Там далеко начинается, но не очень. Такой достаточно легко проходимый. Я вчера через него прошел и через устье вошел. Очень красивое место. Я очень рад, что сюда попал. Нашел и встал. Такая хорошая память.